Нарьян-Марские студенты пробуют себя в роли правоохранителей. Накануне в полиции стартовала акция «Студенческий десант». Она, кстати, проходит по всей стране. Утро учащихся техникума, колледжа и профессионального училища началось не как обычно со звонка на пару, а с инструктажа в управлении МВД. Приходить на службу студенты будут 4 дня. Каждый день их ждет практика в разных подразделениях. Например, они смогут попробовать себя в роли участкового сотрудника ДПС или участвовать в патрулировании улиц. С помощью данного проекта полицейские надеются привлечь молодые кадры на службу, а еще создать позитивный имидж правоохранительных органов. Акция «Студенческий десант» проходит уже второй год подряд. Когда я услышал о проведении этого мероприятия, то я с удовольствием согласился, поскольку меня привлекает работа в правоохранительных органах. Довольно интересная и увлекательная, и по мне, по-мужски.